ответственность за качество подготовки офицерских кадров для бронетанковых войск в условиях, когда Россия, вооруженные силы, переживает не лучшие времена. Поэтому позвольте заверить командование и коллектив института, что военная кафедра способна выполнить стоящие перед ними задачи по укреплению обороноспособности страны и надежной защиты Отечества. Наши вооруженные силы прошли славный боевой путь, покрыли свои знамена неувидаемой славой, заслужили огромное доверие и всенародную любовь. Особые испытания выпали на долю вооруженных сил в годы Великой Отечественной войны. В битвах за Москву, Сталинград, Белоруссии, Прибалтики и юге России полностью освободила от фашистского ига Европу и вынудила Германию безоговорочно капитулировать и подписать капитуляцию 9-8 мая 1945 года. Большой вклад в победу внесли войска Ленинградского, Волховского фронтов, моряки краснознаменного Балтийского флота, партизанские отряды, жители блокадного Ленинграда. Торжественное наше заседание является закрытым.